Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет заявка от Майкла. Начинается февраль. Извините, за окном там что-то ремонтируют на улице. Вот, мы посмотрим от моего патрона Майкла. В этот раз реакция будет на Трамбл. Психотик реакшн. Я вообще не знаю, кто такая группа. Но, как написал Майкл, старая чикагская группа, образована в 90-х годах. Они очень популярны именно в Чикаго. И вообще есть лайф. Лайф клипа. Вот мы сейчас посмотрим. А может это не лайф? Короче, ладно, давайте смотреть. Let's go! Сама мелодия мне очень понравилась, всем понравились гитары, бас-гитары просто волшебные, барабаны очень клёво. Мне не очень нравится вокал, в плане того, что я не люблю такой вокал. Это вот мне напоминает ACDC, вот такой как бы скрипучий вокал, это вот вообще не моё, я не совсем такой вот для меня. Но в целом мне сама музыка понравилась, очень напомнила немного даже местами Металлику, возможно, Металлика у них даже какие-то моменты брали, ну, в зависимости, кто когда первый появился, вот. Потому что в интернете, вот я не знаю, правильно я набрала или нет, то, что, скорее всего, это не та группа, которая мне высветила, Trouble Band, возможно, это не то. Просто тут написано, что они из штата Иллинойс, а те из этой
Чикаго, вот. Возможно, это не... Есть несколько, наверное, названий у группы. Вот. Вот. Поэтому... В целом мне понравилось. В целом я могу поставить на 7 из 10, потому что клип, ну, лайф он и есть, лайф, в принципе, нормальный клип, смотреть можно. Все такое интересное, опять же, барабаны, музыка, гитары сами меня очень-очень удивили, прям, ну, понравилось. Я, правда, не ожидала, что будет такое звучание, я думала, будет вот в стиле сидиси что-то больше, а тут какой-то даже больше дум металла, наверное, было, вот. И такое, даже современно я могу сказать, что они звучат, но вот вокал мне не совсем понравился, ну, потому что я такой не люблю вокал, я не такой не слушаю. В целом классно. Вот. Я не знаю, больше нечего тут сказать, но мне достаточно понравилось вот это вот. Поэтому, как сказала, 7 из 10 поставлю. Вот. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи в новом видео. Всем пока. Господи, наверное, я очень сильно заторможенно говорю, потому что я сегодня после смены не спала вообще, и у меня речь... Мой мозг не генерирует совсем слова. В общем, надо снимать никогда ты после дежурства. Ладно, всем пока!